Всем приветик! Обещала показать, как я устроила растухи в новом жилье. Вот показываю. Это не мой шиповник, он был весь ужасно поеден гусеницей и с мучнистым червецом. Я его в наглую постригла, поскольку здесь рядом мои растения стоят. И мне бы таких болячек им не хотелось бы иметь. Вот, это канна желтая, прекрасная. Она не моя, она соседская. Это ее, так сказать, маленькое такое расположение цветов. Маленький палисадничек. Я попросила все-таки разрешение поставить сюда свою букмансию, которая не цветет уже давно, потому что ее ест беспощадно паутинный клещ. Здесь у меня еще есть утика. Розмаринчик растет, который я режу в мясо. Каланхоя видовый. Каланхоя огромный такой. Он очень красиво цветет, если вовремя деток снимать. Вот. Вот там еще есть новые росты с цветами. Неугомонный такой. Так, здесь моя одна из моих пассифлор. Так вот тянется. Потом физалис. Цветочки выпускают новые. Кстати, зимой отлично здесь растет. У нас на юге Франции. И даже плодоносит. Летом, конечно, все сыпется, сохнет. Здесь мой лимончик. Относительно нормально себя чувствует, в отличие от остальных цитрусовых. Вот мой компат. Он здесь весь полностью у меня высох. Почему-то стал сушить. Ветки до ужаса, низ цветов, все цветы его посыпались, ни плодов. Пришлось мне его постричь. Он, конечно, растет новые такие веточки. Вот, слава богу. Я уже думала, что потеряю его. Вот такие вот мои растюхи. Вот финики с косточки. Стал растет уже новые. Листья такие прорезанные, как положено у фиников. Тут у меня петрушка. Все потрясет, я думаю, все, кому не лень, растут. Вот моя рука Будды, тоже все цветы сбросила при переезде. Так, мой фингерлайм, его очень сильно полюбили улитки, слизни, все его зацеловали. Надеюсь, он выживет. Послёнчик тут же. Тут же вот такие вот у меня каудексные суккуленты. Я люблю каудексники. Вот это мое деревцо, вот, которое я хотела вырвать, но оставила жить. Я уже давала плоды в этом году. Вот. И вот такого древа. Ветер разгулялся. Вот такое высокое, уже больше метра где-то. Живет, в общем-то, горшок нашелся, с ним рядом и лук растет, и помидоры насеялись, в общем, все растут, все места хватает. Вот мой пахиподиум, рядом с ним тоже пахиподиум другого вида, малышок. Ну и здесь насажено всяких тоже каудексных суккулентов. Вот, солнышко выходит, заходит, выходит, заходит тучи. Погода такая. По температуре хорошая. По солнцу непонятно. То светло, то пасмурно. Такой у меня высокий кактус здесь есть. Красивый, красавчик. Вот. И моя красивая, вернее, красивый кедр, который у меня вырос из шишки, которым я пыталась укрыть растухи на балконе. Вот. Сам посеялся. Ну, я их всех поудаляла, один оставила. Вот такой вот он уже красавчик подрос. Подросший есть. Вот тут тоже рядом с ним есть всякие, кому не лень, уличные каудексные растухи. Покажу вам еще мой треугольник с кактусами. Здесь у меня есть такой вот
у окна треугольничек. Зайду. Такое вот ограждение, в котором много камней, земли и улиток ретикулят треугольных. Да, их обнаружила ночью, когда пыталась последний горшок впихнуть. Покажу вам свои суккуленты лучше. Вот такие красивые мои растюхи. Вот. Солнышко спряталось снова. Так, они у меня за решеткой от котов. Прошу прощения за такую съемку некачественную. Приходится наклоняться, приседать, чтобы показать вам как можно лучше. Эти перепады освещения тоже как-то не очень. Ну вот так вот все выглядит. Медленно, да, стараться двигаться, чтобы вам все показать. Они у меня здесь как в естественной среде. Никто не холеный. Все растут сами, как хотят. Вот. Да, вот это тоже у меня растюха из семечки, кстати. Очень хорошо пахнет. И вижу на ней пара этих вот паразитов. Ой, помню, закрыла дверь. Убежит, не дай бог, еле его нашли. Вот. Вот так. У меня здесь за окном есть такой маленький внешний подоконник. На нем уместился мой каламандзин, каланхоя, которые тоже хорошо себя чувствуют на улице и хорошо цветут. Отлично. Потому что прохладная, сухая зимовка им только во благо, как и кактусы. Вот мой варикатный вариант олеандр. Там что-то еще внутри есть, но туда я не дотянусь. Вот еще остальные мои страстоцветы, лианы. Вот мой кактус, порадуюсь, покажу вам. Да, угостилась я кактусом, одним блинчиком в ближайшем кафе внизу. И вот он мне выпустил вот такое красивое сердечко. Отблагодарил меня. Там их никто не поливал. Они, бедолаги, сохли. Мне стоило их вырвать и пересадить. Не вырвать, потом отрезать. Да. Аккуратненько. И вот он мне таким сердечком порадовал. Мило очень с его стороны. Вот, да. На чем я остановилась-то. Растения я люблю. Еще больше, чем животных, потому что от них вообще никаких проблем. Они очень благодарны взаимно, им нужно мало внимания, всего лишь хорошо расположить, иногда полить. И они в ответ благодарят нас цветением, плодами. И самое главное, что они молчат и не выедают маленькой кофейной ложечкой мозг. Да, я уже когда-то это говорила. Вот мои плоды драгона. Вернее, не плоды, а плоды семенов. Короче, вот я их посеяла, съела фрукт, посеяла, они выросли. Да, я сама себя рассмешила. Вот есть у меня такая бредная еще орхидея. Она в помещении очень капризная. Я ее выставила на улицу. Увидела, что в Италии они растут на улице. Думала, значит, и у нас выживет. Он все время только что-то растит, новое, корни все, у него болят. В общем, цветов никаких, пусть сидит здесь на улице вместе с цитрусом. Посмотрим, что будет. Вот, еще раз так пройдусь, покажу вам все, что у меня есть. Конечно, хотелось бы камеру лучшего качества, но пока, извините, что есть. Вот мои кактусы. Вот такой у меня огромный красавец, роскошный есть. Я как-то ругали за него и спрашивала, не страшно ли эти древесинения ВКонтакте, в какой-то группе кактусолюбителей. Так на меня еще набросили, сказали, мало того, что он у вас лысый красавчик, большой, так вы еще хотите, чтобы он был идеальный? Ничего не хочу, я хочу, чтобы он был жив и здоров. Вот. Всем спасибо за внимание.
Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, буду очень рада. Давайте темы для съемок. Буду снимать все, что в моих силах. И на разнообразные темы. Тем у меня много на канале разных. Вот. И до новых встреч!